Всем привет, дорогие друзья, с вами НСД и Вита. Всем привет. Вот, сегодня мы будем проходить Undertale, мы уже дошли до снега. Да, расскажу вам сразу две проблемы, которые у нас выявились в прошлом видео. Первое, то, что мы забыли сохраниться, и нам пришлось до видео все это проходить и вот, доходить до этого момента. А второе, то, что мы сняли видео в тот раз, посмотрели, и нас очень было плохо слышно. Надеюсь, сейчас нас слышно намного лучше, и просто сделали потише, и как бы микрофон у меня хорошего нету пока что, и всего 700 подписчиков, так что подписывайтесь на канал, и будет больше видео. Ну, давайте начнем. Так, ну что мы тут? Мы увидели то, что здесь камера есть. Да, в кустах спрятана камера. Вот, ну, пойдемте. Блин, музыка. Ну, а ты как дома? Аж страшно. Ну, там лес же. Палки. Не громко ли? Ну, да, ладно, что-то она... Можно ее взять? Она была раздавлена, как будто она ничто. Так, так. Так обидно. Да, бедная палочка. Стоять. Можно побыстрее как-нибудь? Я боюсь. Меня что-то тут убьют. Да подумаешь, что там, где мы не были только. Мы были в руинах. Что это? Повернись. Повернись. Сзади тебя кто-то есть. За тебя кто-то есть. Человек. Человек. Как-то так, да? Неужели ты не знаешь, как встречать нового приятеля? Что-то так медленно. Повернись и пожми мне руку. Ну, все так медленно происходит, правда. Я сильно, походу, ему это зажал руку. Старый друг с подушкой-пердушкой в руке. Всегда смешно. Ладно, ты же человек, верно? Нет, животное. Вот умора. Я Санс, скелет Санс. По идее, сейчас я должен смотреть, есть ли тут люди. Но, знаешь, меня это особо не волнует. Но вот мой брат, Папирус, он человек-охотничий фанатик. Эй, вообще, я думаю, что это он вон там. У меня есть идея. Пройди через эти подобия ворот. Точно. Мой бро сделал брусья слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Да, понятно. Быстро за эту подходящую попольную лампу. И правда. Каким образом она там появилась? Она стрелена прямо. Зачем она тут нужна? Ну. Чё, как бро? Чё, как бро? Ты знаешь, чё как, брат? Чё как, брат? Чё-то они как-то разговаривают. Уже прошло 8 дней, и ты до сих пор не откалибровал свои головоломки. И постоянно торчишь мне не своего поста. Зачем ты вообще чем ты вообще занимаешься? Пялишь на лампу, очень клёво. Хочешь взглянуть? Нет, у меня нет на это времени. Что если человек придет сюда? Я должен быть готов. Я стану избранным, я должен стать избранным. Я поймаю человека. Затем я великий Папирус. Затем я великий Папирус получу все, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание. Наконец я смогу присоединиться к королевской страже. Люди будут просить стать моим другом. Я буду купаться в дожде поцелуев каждое утро. Может эта лампа может... Может эта лампа поможет тебе? Извиняюсь. Санс, ты не помогаешь, ты лентяй. Все, что ты делаешь, это сидишь и валяешься, дурака. Он бьет. Ты становишься все ленивее и ленивее с каждым днем. Тяжело, потому что все это... Нам
подождать, пока она не отключается. Эй, полегче, я выполняю долгую работу с Скелетону. Скелетону. Санс. Да брось, ты улыбаешься. Улыбаешься. Да. Да, и меня это бесит. Эх, почему кто-то такой великий, как я, должен делать так много, чтобы получить немного признания? Воу, звучит так, будто ты действительно работаешь над собой. До мозга костей. Я займусь своими головоломками. Что насчет твоей работы? Займись ею. А позвоночь ее. Типа он посмеялся. Ня-ха-ха-ха. Ха. Ок, можешь уже выходить. Тебе надо идти, он может вернуться. А если он вернется, тебе придется услышать больше моих умирительных шуток. Уморительных. Да, уморительных. Я бы его с удовольствием послушала, да. Чего остановился? Смотри, здесь ничего нечего бояться. Просто темная пещера, наполненная скелетами и ужасными монстрами. Да, не на что смотреть, ну, да. Вообще. Это точно. Это что-то вроде КПП или наблюдательного пункта. Но здесь бутылки кетчупа, горчица и приправ внутри. Да. Можно я взять с собой? Нет, нельзя, ну ладно. Удобная форма зато. Эй, хотя не хочу навязываться, но не мог бы ты оказать услугу? Я тут подумал, мой брат... А, мой братец совсем приуныл в последнее время. Он не видел человека ранее, и встреча с тобой сделала бы его день... Сделала бы его день. Не волнуйся, он не опасен. Даже если пытается таким показаться. Миллион благодарностей я буду впереди. Миллион благодарностей я буду впереди. Не пошел назад. А, да? Нормально, впереди он будет. Удобство твоей лампы будешь не выполнять. Мне понравилось это. Лампа. Так, что тут написано? Это сундук. В него можете складывать вещи или брать из них. Также сундук будет позже, так что ночи возвращаться не придется. С уважением, любитель сундуков. Удобная вещь такая, вообще класс. Так, короче, что тебе напомню сейчас? Паучик-пончик убери. И пирог можно убрать. Сейчас он тебе не перчатка пригодится. Нужна? Зачем? Нет. У нас есть ножик. Все, ну да, ну... замечательно. Буду резать, буду бить. А, перебить? Посмеяться, пошутить. Кстати, с ним у меня проблемы большие, я ничего не знаю, что с ним делать. Да? Ну давай оценить. Это молодой комедиан, борется за умность. Слушать. Его надо послушать. Ну, я так думаю. А там послушать есть? Нет, может, ой, может нет. Сейчас посмотрим. Посмеяться, пошутить, перебить. А, пошутить можешь? Давай. Восьмой раз для каламбур. Ха-ха-ха, неплохо. Здорово. Ой, 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 ой. Посмеяться, Маша. Вы смеетесь над каламбуром с мотоциклом. Видишь, смешно? Папа ошибался. А почему у меня тогда по-другому было? Я ему говорю, типа, ой, я слышал эту шутку. Да? Вот, все, видишь? И мне просто, я там полроста сижу уже целый час и долблюсь, я думаю, чего делать? О. Это рыболовная удочка, закреплена в земле. Вытянуть леску? Да, может, поймаю рыбу. Все, что было на крючке, фото со стороны выглядящего монстра. Позвони мне. Вот мой номер. Вы решили не звонить. А может, позвоню? Вы забросили крючок обратно. Ясно. Это рыболовная удочка там? Не, ну надо забросить. Да, я заброшу и все. Как-то ничего не бывало. Зачем она нужна вообще, вот эта удочка? Просто так? А там какой-то монстр, что ли, писал, типа... Ну, короче, блин, я уже не помню, ладно. Итак, как я уже рассказывал про Андайн. Андайн, да. Андайн? Да. Ну, что-то новенькое. Что они делают? Они увидели меня. Мне сейчас голова взорвется, по-моему. Да. Санс, боже мой, это же... Человек! Какая радость.
Если честно, я думаю, что это камень. Оу. Эй, а что это перед камнем? Боже мой. Это же человек. Да. Ой, мой бог. Санс, наконец-то я сделал это. Андайн будет... Я стану таким популярным. Человек, ты не пройдешь. Я, великий папирус, остановлю тебя. А затем я схвачу тебя. Ты будешь доставлен в столицу. Затем... Я не уверен, что дальше. В любом случае, продолжи, только если ты посмеешь. Да. Что же, все прошло неплохо. Не парься, малой. Я буду следить за тобой своими глазницами. Глазницами. Где там камень нашли? Тут камня нет вообще-то, ребят. Что-то домик. А, на этой картонной коробке какой-то текст. Вы наблюдаете хорошо сооруженную наблюдательную станцию. Кто же мог построить ее, вы хотите знать? Ставлю на то, что это был очень известный королевский стражник. Подпись пока еще не слишком известный королевский стражник. Ясно, кто это. Ну, конечно. О, ледошляп. Игнорировать комплимент украсить. Не помнишь, что можешь, чтобы не оценивать? Игнорировать? Угу. Вы решаете оторвать взгляд от шляпы ледошляпа. Он раздражен. Что ты делаешь? Ой. Я не знал то, что он... Че, опять игнорировать? Угу. Вы продолжаете не смотреть на шляпу или на шляпу. Он, конечно, побежден. Хорошо, мне все равно. Просто я первый раз не знал то, что они вниз полетят. Много тут, конечно, всяких монстров. Ну, а ты как? Совершенно не двигаться. Да. А можно двигаться? Нельзя. Больше сиди просто и не двигайся. Нет, поехали, пошли. А. Кто-то двигается? Или это мое воображение? Я могу видеть лишь двигающие вещи. Двигаешься. Если что-то двигалось, к примеру, человек, я позабочусь о том, чтобы он никогда больше не двигался. Гав-гав. Не хватает этого. Долго. Преграждает дорогу. А, ну, давай поговорим. Долго слишком подозрительно к вашим движениям. Не двигайся ни на дюйм. Да. Я почему-то так и понял, потому что синий цвет. Долго ничего не нашел. Давай поглажим. Вы гладите дорогу. Что? Меня погладил... Погладил. Тебя погладил. Лиск, лоск. Ясно. Что гладило меня? Что-то не двигалось. Что не двигалось. Мне необходимо немного жевательных костей для этого. Здравствуйте. Есть здесь кто? Нет? Вы двое разыгрываете меня? Очень смешно. Двое. Да, мы двое разыграем тебя. Что тут кость? Кто-то курил собачье лакомство. Здорово. О, Санс. Самое прикольное, по-моему. Эй, запомни кое-что важное. У моего брата есть специальная атака с синим цветом. Если ты видишь синюю атаку, не двигайся, и тебя не заденет. Я уже понял. Есть просто способ запомнить это. Представь знак «Стоп». Когда ты его видишь, ты останавливаешься, ага? Знаки стоп красные, но представь себе синий знак вместо красного. Просто, да? Когда сражаешься, думай о синих знаках стоп. Ой, это очень сложно. Взял, запутал, только больше. Да. Ой, я не могу повернуть. Ай, что делаю? Это лёд. Типа лёд, я так и понял. Север лёд, юг лёд, запад лёд. Восток снежград. И лёд. Снеговик. Здравствуй, я снеговик. Я так хочу увидеть мир, но я не могу двигаться. Будь так любезен, путешественник, пожалуйста, возьми часть меня, отнеси далеко-далеко. Ну, конечно, отнесу, чё бы пробовать. Спасибо, удачи. Мы получили кусок снеговика. Здорово. Как у меня дела? Под мной я имею в виду тот кусочек меня, что тебе дал. Очень здорово, честно. Я не знаю, у меня он вообще есть? Есть. Есть? Ну, конечно.
пускает. Ты такой лентяй? Ты дремал всю ночь. А, вроде как это называется спать. Оправдание, оправдание. Хо-хо, человек прибыль. Чтобы остановить тебя, мой брат и я придумали несколько головоломок. Мне кажется, ты найдешь эту. Весьма шокирующий. Очень. Как видишь, это невидимый электрический лабиринт. Когда ты прикоснешься к стенам лабиринта, эта сфера ударит тебя током. Звучит здорово, а? Звучит здорово, потому что количество веселья, которое ты испытываешь, на самом деле, думаю, будет небольшим. Ладно, теперь можешь идти. Здорово, я еще не дошел. Санд, что ты наделал? Я думаю, что человек должен держать сферу. А, хорошо. Дебил, вообще. Держи ее, пожалуйста. Хорошо, попробуем еще раз. Ну ясно. Невероятно, ты хитрая задница. Ты решил ее так просто, слишком просто. Однако, следующая головоломка не будет такой простой. Она спроектирована моим братом Сансом. Ты будешь полностью сбит с толку. Я уверен... Да. Хей, спасибо, похоже моему брату весело. Кстати, если ты видел эту странную одежду, которую... А, ты видел эту странную одежду, которую он весит? Носит. Весит. Я уже заговариваюсь. Мы сделали ее несколько недель назад для костюмной вечеринки. С тех пор он ее не носит ничего другого. Он называет его своим боевым телом. Чувак, разве мой брат не крутой? Крутой. Да. Че он? А, кстати, ты видел эту странную... Да, я не буду говорить одно и то же. Ну я так. Крутой, но глупый. О! Не понимаю, почему никто не покупает. Сегодня идеальная погода для чего-нибудь холодного. О, покупатель. Привет. Хочешь немного доброженного? Доброженного? Брат, не брат? Это холодное лакомство и согреет твое сердце. Всего лишь за 15. Да. Ну что тебе, жалко что ли? Ну, покупать? Оно да понадобится? Покупай, покупай, конечно. Держи. Желаю супер-дупер дня. Вы получили доброженного. Какие-то камни тут постоянно. Тут еще один камень какой-то. О, а его пнуть нужно. Ну ладно. Я тут подумал и решил тоже продавать сладости. Хочешь жареного снега? Всего за 5 мы. Брать? Бери. Я сказал 5, и я имел в виду 50. Бери. Да у меня не будет только. Да бери ты уже. Серьезно? Как насчет 5? Бери. Я понял его шутку. 5. Это моя последняя цена. Да. Что? У тебя нет таких денег? Ай, все нормально. Нет у меня никакого снега. Ясно. Ну да. О, тут еще один, что ли? Че тут? Да, конечно. Рейтинг опасности по запаху. Запах снега, снеговик. Белый рейтинг может стать желтым рейтингом. Может. Что это? Подожди, белый рейтинг может стать желтым. Че? Не вызывающий подразделение запах щенок, голубой рейтинг. Запах катания по земле. Странный запах человек, зеленый. Рейтинг уничтожения льготина. Зеленый, да, зеленый. Че, я вообще не понимаю теперь. Я вообще запутался с этим рейтингом. Я потом пойму? Его. Ну, ее. Ну, это понятно. Тут ничего не могу объяснить. А че это за комок с фнями? Да, можно в лунку закатить, которая будет внизу. Да? О, давай. Ну, давай, попробуй. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, как тебе? Загнал? Да, да, его легко загнать. Да, давай, попробуй. Честно, легко. Пум! После продолжительного 20 минут, наверное, я не смогу его загнать. Надо просто ждать. Аккуратненько просто идти. Он, мне кажется, он меньше становится. Да? Он меньше становится. Он намного меньше становится. Да. О. Фиолетовый. Фиолетовый. Даже чувствуя себя загнанным в ловушку, вы забираете забили шар в лунку. За шар в лунку. Да. Оп, две монеты. Это очень много? Это очень мало. О, еще один шарик. Выглядит как снежный шар. На самом деле, это снежный... Десятигранник. Ясно. О. Опять. Человек, надеюсь, ты готов для... Санс, где головоломка?
Она прямо там, на земле. Поверь мне, нет способа пройти ее. Вообще нет. Монстр путаница. Мара... Что? Осень, монстр, сигареты. Сигар. Или маски, лето, сигары. Иди, что не понимаешь. Ладно. Все. Санс, ничего не произошло. Упс. Я так не знал, что надо было использовать сегодняшний кроссворд. Что? Кроссворд? Не могу поверить, что ты сказал такое. По моему мнению, детские путаницы гораздо сложнее. Чего? Серьезно? Чувак, это просто... простецкий, простой поиск слов. Простецкий поиск слов? Да, это такой вопрос. Это для детских костей. Нет, невероятно. Человек, разреши этот спорт. А теперь думай. Ну, для меня путаница сложнее было, наверное. Наверное, для меня кроссворды, да. Нет, кроссворд я просто прошел, а путаница там что-то надо было проходить. Да вообще, в настоящей жизни тебе что сложнее? Ну, вообще, кроссворды как бы не сильно, да, не сильно, там просто надо знать. А путаница надо думать. Тебе сложно подумать, что ли? Ну, я... Для меня кроссворды сложнее, как потому что... Ну, то, что я не знаю, я не смогу написать. А путаницы тоже знать надо, как их решить. Ну, честно, это, ну, в принципе, выбирай, это ты, а я играл. Тут без разницы, что выбрать. Бери путаницы. Кроссворд, если я не знаю, значит, я его просто не смогу знать. Это просто надо учиться лучше, значит, так. Или как-то так. А вот путаницы для меня, это, ну, это надо думать об этом просто, ну, уже, наверное, больше, я не знаю. Давай. Да бери ты уже путаницы. Путаницы, да. Ха-ха, да. Люди должны быть крайне образованы. Если они тоже считают детские путаницы сложными... Ха-ха-ха. Ня-ха. Да. Спасибо, что сказал детские путаницы, чтобы поддержать моего брата. Вчера он загнал себя в тупик, пытаясь решить гороскоп. Ясно. Решить, ну да. Это записка от Папируса. Человек, пожалуйста, наслаждайся этим спагетти. Ты не знаешь, но эти спагетти ловушка. Ну да. Приготовлено, чтобы заманить тебя. Знаешь, что мне напомнило? Я тебе не скажу, что это король. Ты будешь так занят, поедая их, что не заметишь, что ты не продвигаешься. Ты будешь гениально разыгран великим папирусом. Ня-ха-ха, папирус. Ну с чем? Так, понимая, что однажды мышь найдет способ разогреть спагетти, вы наполняетесь решимостью. Тарелка заледеневшая спагетти. Она такая холодная, что вмерзла в стол. То есть я не поем. Нет. Отключена микроволновка. Все настройки указывают спагетти. Ясно. Ну все, пойдем. Идем, идем. Там вон мышь опять. А, ну ладно. Собачья свадьба, внимание. Пес поменьше. Будет пес побольше? Будет побольше. Тут только много гладить, он хочет гладить. Гладь его вообще долго-долго-долго гладить. Прикол такой. Как он, да? Ну давай. Рукой пса поменьше, как он возбудился. Он сильно возбудился. Фу-фу. Прыгаешь. Вовремя. Чё, гладит? Гладь. Какую из этих погладить? А у него голова выше становится. Ой, забыл. Ой, чуть-чуть. На встрече чего-то там я так не мечтал. Ой, чуть-чуть. Он был хорошим песиком. Он уже не песик. А, нельзя так, я думал, так быстрее будет. Его возбуждение нет предела. Ага. Нормально. Я, короче, тупанул, да, сейчас? Повысилось. Да, он вот сейчас ему идет. Голова. О! Он уже не хочет меня бить. Вам приходится прыгать. Он уже не хочет меня бить, понимаешь? Угу. Вы еще не погладили его, а он уже перевозбужден. Идет самолета. Ну сможешь его посмотри, он сейчас отвалится, по-моему. Понимаешь, он уже за пределы игры. Он сейчас через монитор выпрыгнет. Все, поломал мне монитор весь.
Но уже поздно, он не может вас услышать. Да, он уже нас не слышит. Он все, с ним что-то происходит. Гав. Вы давайте пса поменьше. Фу-фу. А что будет дальше, мне интересно. Да, сейчас посмотрим. Как у меня так получается? Ага, да? Уже так? Можно у вас проблемы? У нас нет проблем. Это у пса проблемы. Может, хватит издеваться над ним? Мне просто так жалко его. Ладно, ладно, все, хватит, хватит. А что будет дальше? Мне просто теперь интересно, что будет дальше. Что будет дальше? Потом увидишь. А, будет что-то дальше или так и будет? А, в смысле, когда он это? Ну, вообще, вот если вот так вот делать буду, дальше будет? Ой, я, кстати, долго его и не гладила. Да? Ну, давай посмотрим. Что будет просто дальше? Он дальше будет вообще направо вниз? Да, у него жираф. Да. Пёс из-за грани поглаживания, но он все равно признателен вам за попытку. Да, тут не понять, что происходит, ребят. Ну все, наверное, тут больше ничего, да, не будет? Да, я слышу. Ладно, все, хватит над ним издеваться уже. Мне так интересно, тебя это будет. Да, дальше ничего не будет, он уже... Мне просто интересно, он выползет отсюда, снизу. Угу. Нет, он должен вылез, да? Не знаю, вряд ли. Понимаешь, у него такая большая голова сейчас. Он как ходить будет вообще? Ладно, давай посидеть. Вот, вот все хорошо стало. Чё сюда пришел? Там ничего нет. Угу. Мне так нравятся эти штучки. Нет. Да. А, ну я понял, ну там все-таки. Там что-то есть. Ты мне не могла сразу сказать? Нет. Это тут что-то. Здесь переключатель, спрятанный в снегу. Щелк. Я щелкнул? Да-да-да. Точно, вот, все, ну я понял. Тут нет ничего всяких. О, еще. Вас тоже погладить, что ли? Не, ну если вы хотите, ну вот. Что за запах? Откуда это запах? Если ты запах, покажись. Да. Они меня не видят. Собачья свадьба как бы. А, точно. Хм, вот где этот странный запах? Мне хочется уничтожить тебя. Меня убивают. Доги нападают на вас. Чё у вас, битва или здесь? Догареса. Вот, догамиль. Перенюхать, погладить, поваляться. Поваляться? Ты специально говоришь. Так. Вы катаетесь в грязи и снеге. Вы пахнете как страночный. А, ну да, я помню. Там что-то было на что, чтобы там поваляться. Что-то. У людей есть хвосты. А что ты того не прочитал? А это, ну, не успел. Это что? Он как бы. А, что, опять валяться? Перенюхать. Собаки обнюхивают вас снова. После валяния в грязи вы пахнете как надо. Угу. Что пахнет как... Что, пахнет как... Ты действительно маленький щенок? Я делаю все хуже, да? Опять что? Но теперь уже погладить. А, ну я так и знал почему-то. Вау, меня погладили другой... Погладил другой пес. Слушайте, моя очередь. Ой. Что тут делать? Внизу проходить надо. Да? Угу. Чё теперь там? Тупо вот. Да, я так я просмотрел, но погладил. Вот, как тут внизу? Внизу, сначала вниз, потом туда, потом назад. Ну или можно так. О, сознание собак было расширено. Они не знали то, что это, да? Что гладить. Собаки гладят собак. Собаки могут гладить других собак? Это открывает новый мир для нас. Спасибо, странный щенок. Теперь можете весь день гладить друг друга. Да. Так, что тут надо посчитать? Превратите каждый X в 0. Или О. Затем нажмите переключать. А, ну тут легко. Что? Как ты обошел мою ловушку?
И что более важно, что-нибудь осталось мне? Оставили ему. Ну. Серьезно? Ух ты! Типа мы попробовали. Ты противостоял вкусу моей домашней пасты, чтобы поделиться ее со мной? Не волнуйся, человек, я шеф-повар Папирус. Приготовлю любую пасту, какую только захочешь. Ха-ха-ха-ха-ня. Ха-ха-ха-ня. Да. Да, подумай. Мой брат недавно начинал коллекционировать носки. Что-то новое, у кого-то марки, у кого-то носки. Но... Да? Угу. Как печально. Иногда я думаю, что бы он делал без такого классного бро, который заботится о нем. Ня-ха-ха. Носки. Ну, ничего. Ну. Человек. Хм, как же мне это сказать? Ты слишком долго сюда добирался, так что я решил улучшить эту головоломку. Расположив снег так, чтобы он был похож на мое лицо. К сожалению, снег примерз к земле. Теперь решение другое. И, как обычно, мой ленивый братец не поймет, где полагаю, что это должен сказать... Не пойми где. Нет волнения, человек. Я, великий Папирус, решу эту головоломку. И тогда мы оба сможем пройти дальше. А пока, может попробовать решить ее сам. Я постараюсь не выдавать решение. Ну, тут, наверное, тоже, да, так? Так, что тут у нас? Сейчас. Вот, головоломки. Ну, давай, так. А, ну тут все просто. Очень просто, ну. Да я просто хотел, я понял как. Чем все усложнять, можно побыстрее сделать по-другому. Почему? Как? Тут вообще по-разному можно решить. Да? Ну, я вот так сделал. Вау, ты решил ее. И сделал это без моей помощи. Невероятно, я впечатлен. Тебя волнуют головоломки, как и меня. Что же, я уверен, ты полюбишь и следующую. Она даже может оказаться слишком простой для тебя. Ня. Ха-ха. А, тут можно вот так пройти? А зачем он нужен был? Ну, можно было головоломку по-другому решить. Как? Да по-разному, она только не делается. Ну, ладно. Ты справился так быстро, отличная работа. Тебе даже не потребовалась моя помощь. И это здорово, потому что я люблю делать абсолютно ничего. Я тоже так люблю делать. Эй! Этот человек! Тебе понравится эта головоломка? Она придумана великим доктором Альфис. Видишь эти плитки? Как только я дерну этот переключатель, они начнут менять свои цвета. Каждый цвет выполняет свою функцию. Красные плитки непроходимы. Ты не можешь ходить по ним. Желтые плитки под напряжением. Они ударят тебя током. Зеленые плитки сигнализация. Если ты наступишь на них, тебе придется драться с монстром. Подожди, зеленые. Так, красный сказал и желтый, да? Угу. Красно-желтый нельзя наступать, а зеленый с монстром драться. Оранжевые плитки пахнут апельсином. Благодаря им ты будешь вкусно пахнуть. Синие... Вот, оранжевые можно. Так, я буду считать, оранжевые можно. Синие плитки – это водные плитки. Плыви через них, если хочешь, но если ты пахнешь как апельсин, пираньи покусают тебя. Еще, если синяя плитка возле желтой, вода также ударит тебя током. Фиолетовые плитки скользкие. Ты прокатишь до следующей плитки. Однако и скользкое мыло пахнет как лимоны, которые пираньи недолюбят. Капец. Может только пора... По каким можете? С фиолетами и синими разобрались. Наконец-то розовые плитки. Они ничего не делают. Вот. Ходи по ним, как тебе вздумается. Ну так как, все понятно? Конечно, справился, что бы нет. Отлично, осталось объяснить последнюю вещь. Эта головоломка совершенно случайна. Когда дерну переключатель, я создам головоломку, которую до этого никто никогда не видел. Даже я не буду знать решение. Ня-ха-ха, приготовься. Капец. Запоминай, вы все, иди. О, что-то пошло не так, мне нравится. Ну, ясно. Ему плохо. Папирусу плохо. Да. Ребят, ставьте лайк за вот это.
Оранжевый. Так, оранжевый. Я пахну, как апельсин. Вообще-то это розовый. А. Розовый просто так ходит, Дим. А я думал... Ну ладно. Ну, дурачок, я же адальтоник. На самом деле, те спагетти были весьма неплохими для моего брата. С тех пор, как он начал заниматься готовкой, у него навыки улучшились. Уверен, если он будет стараться, то скоро сделает что-то съедобное. Машина не работает. Получи его. Ой. Что это? Похоже на основную для собаковины. Это сломанная голова снежного пса. Ну да. А, знаешь, на что это похоже? На того пса, которого мы туда... Он и есть. А, да? Тут скульптор есть, и он, короче, сделал ту собаку. На полу внутри находится кнопка шпицы. Осторожно, собака погладить. А где собака погладить, ее можно? Уже нету. А где она была? Она ушла. В смысле? Ну она тут стояла, а потом ушла. А, я ее не видел. Ладно. Ты ее увидишь еще. Понимаю, что собака никогда не будет в попытке слепить идеального снежного пса, вы дополняете с решимостью. Ну уже, как бы, слепил. Да. Пес просто ворвался сюда, наполненный вдохновением. Он пытался сделать песовика, выражающий его собственную эмоцию. Но, делая его, он становился все довольнее результатом. Его все становилось все длиннее, но он продолжал лепить снег, пока это было грустное зрелище. Но не мог отвернуться. Почему он не мог? А детка... Это разве она? Она? Ой, тут еще раз, да, пройти надо? Она. Он не мог, написано. Ладно, тут... Это снежный папирус. Это куча снега со словом «САНС». Написано на ней красным. Ясно. По-любому переделал. Так, ну тут тоже все понятно. Да, тут ничего сложного нет. Наверное. Правильно же делаю? Тут, в принципе, один только в кубок. Надо не запутаться. Легко. Да, для меня она тоже легкая была. Ай, я не могу. О, мне шапку подарили. Так, вниз или? Вниз. Чё как? Бодро. Чё как? Опять ты? Скажи-ка, ты преследуешь меня? Это наоборот, ты меня преследуешь. Глифтрот сталкивается с вами. Вот. Какие-то дети что-то надели его. Хорошо. Ого, все быстро происходит. А, ну можно снять, наверное. Да, я так и понял. Это немного лучше. Сейчас снять? Коробку не связанную с собакой возьму. Вот дети, а какие пошли тут. Ну тут легко, кстати. Это да. Я использую эту маленькую трость на помолвке. Нет. Как гора с плеч. Все, больше ничего снять не надо. Ты пытаешься снять это. А, тут настоящий. Что-то я пытался снять. 20 монет так. Что-то. О, пещера опять. Дверь какая-то. Это дверь. Я понял. Это факт. Ты понял. Это черт как. О, понял. Что тут сделано? Это секретная комната, туда не попасть. Тут, короче, прям надо что-то нажать, там это. Можем ли как-нибудь нажать? Нет, ты не знаешь? Нет, этого я не знаю. Ну ладно. Потом как-нибудь. Да, я преследую чувак, преследую тебя. Но он меня смотрит, смотрит. Так он быстро прям. Нельзя так, чтобы он... Ладно. А тебе нравится упражняться? Кстати, это я тоже первый раз видела. Да? Куча снега. Какой-то маленький. Какая-то маленькая конура. Гав. Ясно. Ну вот, маленькие песики. Я так и знал. Это прячется.
Девки. Очень маленький. Мне бы таким быть маленьким. Это песик побольше. А, ой, ой, ой. Чуть биту не нажал. Не надо, мы на хорошую концовку идем. Погладить, играть, подозвать, игнорировать. Что? Не помнишь? Оценить? Я помню. А что? Там. Давай оценим. Так узнал, что считает битву герой. Игрой. А, игрой. Ой. Битву? Подозвать. Он подскочил к вам, размазывая слюни по вашему лицу. Ясно, он играть хочет. Он хочет играть. Песику больше недостаточно взволнован, чтобы мы могли поиграть с ним. А, его взволновать надо. Оп. Успел. Да, успел. Погладить его, что ли? Погладить. Mm. А, свернулся у вас на колени, чтобы вы его погладили. Ему так комфортно, что он заснул. Хр. Затем он проснулся. Затем... А это так волнительно. Да. А теперь можно поиграть, да? Да. Ну, вы лепите снежок и бросает псу, чтобы он его поймал. Снежок размазал его по земле. А, снежок размазался по земле. Угу. Пес побольше подбирает весь снег с земли и несет его вон. Теперь пес очень устал. Он опирается своей головой на вас. Ну зачем ты гавкаешь на него? Мы уже играли с тобой. Погладить. Опять погладить? Пока вы гладите пса, он осел. Он осел. Он осел. Всем своим весом на вас. Ваши движения замедлились. Но вы все еще недостаточно погладили. Вы еще гладили? Ой-ой-ой! Чего у него с копьем? Я не знаю, чего. Он тоже, тоже улыбается. Оп. Сейчас меня убьет еще. Меня же могут убить? Конечно. Ну, естественно. Да? О, он, по сути, маленький. Ну все, хватит. Так далеко. О, опять они. Человек, это твое последнее и опаснейшее испытание. Узри вызов смертельного ужаса. Собака-то при чем? Собака сама. Когда я дам команду, все полностью активируются. Пушки будут сжечь, шипы раскачиваться, клинки резать. Каждая часть будет яростно качаться вверх и вниз. Остается лишь крошечный шанс на победу. Ты готов? Потому что я уже вот-вот сделаю это. Ясно. И? Чего ждем? Ждем? Ничего, мы не ждем. Ничего мы не ждем. Я собираюсь активировать ее сейчас. Ну? Ясненько. У него что-то пошло опять. Да. Это как-то не выглядит активированным. Итак. Это испытание, похоже, может слишком простое, чтобы одолеть его. Да, кстати, у меня вопрос. Откуда? Да. Откуда оно все висит откуда? Да, мы не можем его использовать. Я скелет с принципами. Мой головоломки крайне справедливы. Я ловушки искусно подготовлен. А ловушки искусно подготовлены. Но этот метод слишком прямой, никуда не годится. А, прям уж это. Пусть все уйдет. Да. Фух. У меня пошло что-то не так. Да. На что ты смотришь? Это была очередная решающая победа Пирса. Нях. Ха. Ха. Ну ясно. Было очень тяжело. Угу. Вообще. Не знаю, что теперь сделает мой брат. Будь я тобой, я бы убедился, что понимаю синие атаки. Ну хотя бы синим цветом. Да, синие атаки. Ну я понял, что такое синий. Добро пожаловать, Снежград. Добро пожаловать. Ну, ладно. Это может кто-то лавка. Распыняемся. А, вид такого дружелюбного города наполняет вас решимостью. Да, город там вообще хороший. Так что. О, приветствую, путник! Приветствую, путник! Чем я могу помочь? Говорить. Поздороваться, да? Приветик! Добро пожаловать в Снежниград. Непривычно видеть новое лицо в нашем городе. Откуда вы пришли? Из столицы? Вы не похожи на туриста. Вы здесь сами по себе?
Через дня история. Че, будем? Давай. Давай. Интересуетесь, чем бы заняться в снежных гадзи? У Гримби есть еда, а в библиотеке сведения. Если вы устали, вы можете вздремнуть в гостинице. Это прямо за следующей дверью. Моя сестра там за главного. А если вам скучно, можете просто сесть и понаблюдать, как дурачится отец скелет. Угу. Их двое. Думаю, они братья. Они просто однажды здесь объявились и обустроились. Да, наверное. Да, о них и говорить. В городе с того момента стало куда интереснее. История города? Давай, мне интересно. Попробуйте вспомнить урок истории. Тем более, не я читаю. Давным-давно монстры, жившие в руинах, вернулись в лес. Короче, мы все решили покинуть руины и направиться к выходу из пещер. По пути часть пушистого народа решила, что им нравится холод, и разбила лагерь в снежной грани. О, и даже не думайте о том, чтобы следовать руины. Дверь была закрыта на многие годы, так что если вы не призрак или не можете вырыть подкоп, забудьте об этом, а мы там были уже. А мы оттуда? Да. Походу, так получается, там это... Как мы вышли тогда? Так она же разрушена. А, она разрушена. О себе? А, ну пускай расскажет. Жизнь вполне обычная. Немного клаустрофобная. Mm. Но все мы глубоко внутри знаем, что свобода придет, не так ли? Пока у нас есть надежда, мы можем скрипеть зубами и сталкиваться с теми же бедами. День за днем. Такова жизнь, не правда ли? Ну да. Что там, продать? Ну, ничего, купить. Глубокие печатки, мужицкая бандана, два скимо. Вот два скимо можно. Да? Да. Сколько мне денег? 196. Ну, давай, ну, что еще? Все? Коричневый зайка тоже можно. Все, все? Да, у тебя места нет все равно. А, да? Ну, у меня же там есть этот. До свидания, разрешите. Ну, спасибо. Может, что убрать? Что у меня там? А? Чё, блядь? Ну, подожди. Чё ещё? Палку? Нет, палка нужна, наверное, нет? Подожди, палку можно убрать, да. А ещё чё? Блин, нет, кусочные говяка должны до конца оставить. Там что-то потом скажут насчёт этого, так что... Тоже не было? Убирай, положи назад. И, наверное, монстр конфета тоже нет. Все? Да? Нет, одну? Одну только. Вот всё? Так, все хватит. Ну все. А то сейчас будет... Отель. Чё, мне в отеле не надо останавливаться? Добро пожаловать в гостиницу Снежнеграда. Главный отель Снежнеграда. Одна ночь стоит в уйти. Уйти. Да. Что ж, вы можете вернуться в любое время. Точно? Да, можно. Нет, в смысле, точно не надо? А, да нет, это там всего чуть-чуть при этом и всё. Ну, прибавить. А, вот, ну, да-да-да, я вижу. Ясно, ну пойдем. Что это? Не желаете прогуляться до другой части города? Попробуйте под снежные туннели, а не длинно прогулять. А, ну я понял почему. Та девушка, что-то в ней смущает меня. А что такое? Она с чем? С собакой? Она с мышкой. А, ну вот. Или зять. Разве мой маленький коричка? Не милашка, коричка, коричка. Пушистик такой очаровашный. Ужасные дети мучили местного монстра, вешая украшения на его древовидные рога. Если тебе мы увидели моего, да. И мы начали дарить тому монстру подарки, чтобы его не было так плохо. Теперь у нас традиция класть подарки под нарядные дерево. Ну ясно. Да, Новый год. Да, это Новый год. Это дерево с любовью украшено. Некоторые подарки адресованы от Санты, местных жителей. Йоу, ты даже ребенок, да? Ты тоже ребенок, да? Мне так кажется... мне так кажется, ведь ты носишь полосатую рубашку. Здорово. У меня тоже полосатая рубашка. Такая же. Почти. У этого города нет мэра. Но если возникают проблемы, скелет расскажет леди Рыбе об этом. Леди Рыбе? Угу. И вот это политика. Ясно. Грильный. О, ясно, тут можно выпить. Мне не дают. Грильбис предлагает налить стакан воды, хотя делать это не торопится. Делать это не торопится. Да. Что тут они говорят? Неважно, куда я иду, те же люди, то же меню.
помогите. Мне нужны горячие напитки и горячие парни. Это девчонка. Это кто? Разве человеческая еда не отличается от еды монстров? Она делает такую вещь, как переваривается. И когда ты ее ешь, она проделывает путь через все твое тело. Отвратительно. Хотелось бы это, хотел бы я такое попробовать когда-нибудь. Ну да. Вот это, я их видел, я их всех знаю. Кроме вот этих еще. Сегодня я закинул удочку на несколько девушек. Говорят, в море много рыбы. Вот он туда и кинул. Я серьезно, да? Угу. И я прям хочу замутить с рыбкой. Ясно. А я ведь мог бы подкатить кондайн. Но кондайн. Потом узнаешь. Но думаю, ей уже кто-то нравится. Может быть. А я тут не могу... Да, да. Он играет в покер против самого себя. Кажется, он проигрывает. Здорово. Бедняжка проигрывает. Я думаю купить себе шипастый ошейник, демонстрирующий мою натуру. Это заявление типа «Приведите меня в порядок и возьмите меня на прогулку, пожалуйста». Что он сделал? Что он делает с лицом? Не знаю. А, что-то не то. Что-то не так. Тут не хватает собаки, которого... А, это не тот, да? Собаки, которая, знаешь, а голова. Может, это тот? Да, иди, занятия вообще где-то. Мы дозорные, но никогда не получали хоть какого-либо уважения. Я надеюсь, скелеты бросят нам кости. Мы любим кости. А, ну да, скелеты кости бросят, но... Смотри, куда садишься, малыш. Потому что этот здоровяк запрыгнет к тебе на колени и... Подарит тебе море любви и внимания. Здорово. О, это, наверное, мне можно выпить, нет? Ну ладно. Нет? Ну ладно. Цветки. О, сквозь цветки прошел. Ну это ж цветок, естественно, проходишь мимо. Все веселятся и подкалывают друг друга, пытаясь забыть о нынешнем кризисе. Мрачность, давка, нехватка света. Я бы к ним присоединился, только я ничего не очень смешной. Это вообще какой-то. Мы все знаем, в подземелье есть проблемы. Но мы продолжаем улыбаться. Почему? Мы ничего не можем поделать. Чего тогда печалиться? Ну ясно. Тут так много всего. Это что? Давай играть в монстров и людей. Ах, снова бы стать молодым. Мир тогда казался безграничным. Это камень? Это камень. Здорово. И это камешки маленькие. Ты ведь не попросишь меня опять играть за человека, так ведь? Домик. Ах, что за чудесный стук. Может, если я не буду отвечать... Я услышал его снова. Ха, мое терпение вознаградило меня. Ха. Больше? Да, ну, ясно, это все уже. Так, давай сначала. О! Нифига. Что он делает? Он что-то делает. А тут что? Потом узнаешь. Так много всего секретов каких-то тут вообще. Ну пока не. Потом ты ужасно. Библиотека. Любовь, надежда, сострадание. Говорят, что именно из этого, из этого состояния души монстров состоят. Ну да, извините. Но истинная природа души неизвестна. В конце концов, люди доказали, что их душам для существования эти вещи не нужны. История монстров, часть 4. А, можно первая часть? Нету. Нету? Mm-mm. Больше не боясь людей, мы выдвинулись из своего... А там точно не первая часть? Нет. Больше не боясь людей, мы выдвинулись из своего старого города дома. Невзирая на суровый холод, влагу, болот и жгучий жару, мы дошли, да, пока не достигли места, которое теперь называем столицей. Новый дом. И вновь наш король показал, что не умеет придумывать название. Угу. Да. Из-за того, что они сделаны... Теперь твоя. Ты говоришь. Из-за того, что они сделаны из магии, тела монстров и их души настроены на одну волну. Если монстр не захочет сражаться, то его защита ослабнет. И чем коварнее намерения наших врагов, тем сильнее их атаки ранят нас. Поэтому, если существо с могучей душой одержимо желанием убивать... давайте закончим главу здесь. Ясно. Вот он я.
пишу эту книгу. Фигура заходит и поднимает книгу. Начинает читать ее. Ой, извините, я все еще пишу ее. Эту. Кто там пишет? Человечество? Ну да. В основном монстры состоят из магии, а человеческие создания из воды. Благодаря своей физической форме люди намного сильнее нас. Но они никогда не познают удовольствие, выражения своих чувств с помощью магии. Они не получат такого же удовольствия от открытки на день рождения. Да ну. Это школьный доклад о похоронах монстров. Похороны монстров, технически говоря, очень клевые. Со старших, сыграв в ящик, монстры превращаются в прах. На похоронах мы берем этот прах и рассыпаем над любимой вещью умершего. Господи. Тогда их сущность будет жить в этой вещи. Этого минимума хватит? Меня уже тошнит от писанины. Тут еще книжка есть. Нельзя ее прочитать? Ну ладно. Точно нельзя? Ну ладно. Я люблю работать над газетой. Здесь так много известий, что мы просто наполняем ее играми и комиксами. Давным-давно мои учителя давали мне билборды, когда у них кончались задания. Я считала это пустой тратой времени. Но взгляни на меня сейчас. Я самая первоклассная создательница головоломок с поиском слов во всем подземелье. Еще один пожалуйста. Это твой взгляд? У тебя были трудности с решением детских путаниц, не так ли? Добро пожаловать в библиотеку. Да, мы знаем. В надписи ошибка. А, да? Библиотека. Ха, ясненько. Я даже не заметил, кстати. Ну, я тоже. Ой, что-то тут письма. Это почтовый ящик, переполнен непрочитанными письмами. Спамом. Да. На почтовом ящике написано папирус. Заглянуть внутрь? Никто не видит. Он пустой. Ну, ясно. Да-да. Закрыто. Ясно. Тут, походу, папирус живет такой хорошенький. Да? Красивый такой. Закрыто изнутри. Да что такое? Везде закрыто изнутри. Почему изнутри? Ну, что-то... Вот он, наверное, стоит. Да? А, стоят. Сохранить лучше. Да? Да. Нет, я не то, что стоит. А... Ну, мы посмотрим, сколько время. Сколько мы уже? Все, начинаем. Раз. Два, три. Так, это. Надо. Я так и знал, что. Да, да. Да. Вот, где тут сохраняться, ребят. Все, на этом надо заканчивать. Потому что время много, уже спать хочется, что мы начали делать опять вечером. Все неправильно. Все опять неправильно. Вот, давайте сохранимся. Ждите видео через день, наверное. Да, может быть, даже не через день, а вот, может быть, сегодня вечером, завтра выйдет, я не знаю, посмотрим, когда она выйдет. Сегодня. Вот, может быть, сегодня, не знаю, посмотрим. Так что вот, спасибо, что смотрите нас, за ваши лайки. Кстати, не забудьте на этом видео поставить тоже лайк, подписывайтесь на канал, так как ваши лайки, ваши подписки ваши стимулируют нас делать видео дальше. Вот, и все зависит от вас, когда выйдет видео. Чем больше будет лайков, тем быстрее будет видео. А на этом надо заканчивать. Было весело, интересно, мы дошли до Снежграда и посмотрим, что будет дальше. Интересно. Интересно будет. Наверное, будет интересно. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока.